Всем привет! Все эти выходные мы восхищались матчами РПЛ, но и про европейский футбол забывать тоже не стоит. Потому что уже во вторник начинаются четвертьфиналы Лиги Чемпионов. И сегодня мы обсудим просто бомбический матч, в котором Манчестер Сити сразится с Баварией. А в конце я дам свой прогноз на данное противостояние. Но сначала не забудьте оценить это видео лайком, а также подписаться на канал. А теперь я желаю вам приятного просмотра. Мы начинаем. Напомню, что в 1/8 финала Лиги Чемпионов Манчестер Сити очень уверенно обыграл Лейпциг. Игра в Германии завершилась в ничью 1-1, а уже в Манчестере Сити своего соперника просто разорвал. 7 безответных мячей влетели в сетку ворот Лейпцига, 5 из которых вколотил Эрлинг Холланд. Бавария тоже довольно уверенно справилась со своим оппонентом. Мюнхенцы победили ПСЖ во Франции 1-0 и в домашней игре забили еще 2 гола и отправили Месси и компанию наслаждаться лишь победой в Лиге 1. Твою мать! В английской премьер-лиге Манчестер Сити продолжает погоню за Арсеналом. За 29 туров Сити набрал 67 очков, что на 5 меньше, чем у канониров. Команда Гвардиолы находится просто в космической форме. Горожане не проигрывают уже 12 матчей, причем в последних 8 были одержаны победы. В эти выходные Манчестер Сити на выезде очень уверенно разобрался с Саутгемптоном, победив со счетом 4-1. К тому же в этой игре Эрлинг Холланд повторил рекорд Мухаммеда Салаха и Руда Ван Нистелроя по голам за сезон в английском клубе. Норвежец забил свой 44-й гол в этом сезоне. Всем очевидно, что Эрлинг этот рекорд побьет, возможно, даже в игре с Баварией. В немецкой Бундеслиге Бавария смогла вернуть себе первое место и мчиться к очередному чемпионству. Мюнхенцы обгоняют Боруссию Дортмунд на 2 очка. Но правда, есть у Баварии и неудачи. Команда Тухеля проиграла в 1/4 финала Кубка Германии Фрайбургу 1-2 и покинула этот турнир. Таким образом, это уже третий год, когда Баварии не удается сделать требл в Германии. В эти выходные баварцы не без труда, но все-таки взяли у Фрайбурга реванш, победив 1-0. Гол прекрасным дальним ударом забил Матеас де Лихт. А теперь, что касается моего прогноза, то я думаю, Манчестер Сити должен при своих трибунах показать яркий и зрелищный футбол. Поэтому мой прогноз — победа Сити со счетом 3-1. Свое мнение о матче пишите в комментариях. Наш партнер, компания MLBet, предлагает вот такие варианты для ставок на эту игру. Например, на победу Баварии можно поставить с очень жирным кэфом 4.4. Но я, наверное, выберу вариант тотал больше 3.5 с кэфом 2.63. Вы можете повторить мою ставку, либо сделать любую свою, потому что по ссылке в описании вас ожидает бонус для новых клиентов в размере 25 тысяч фрибетов. Если вы используете вот этот замечательный промокод, делайте ставки, но делайте это с умом. А на этом у меня, в принципе, все. Всем удачи, любите футбол, смотрите футбол, любите Лигу Чемпионов и всем пока.